первых обычно такая самая лохматая, да? Так, ребят. Давайте задавайте вопросы. А я сегодня в таком в удобненьком месте, поэтому сегодня поболтаем. Сегодня поболтаем, и у меня тут задавали вопрос. Где вы учитесь? На кого вы учитесь? Почему, куда пошли опять учиться? Не хватило вам предыдущих образований? То есть много-много всего. Ребята, молодцы, вы все не даете мне как бы затухнуть. И я бы, конечно, хотела ответить на этот вопрос. И ответить на вопрос, куда я пошла учиться. Я пошла изучать в глубину тела. Что такое изучать в глубину тела? То есть, смотрите, мы с вами очень часто любим рассуждать о том, что такое душа, что такое просветление, что такое пробуждение, как питаться, как жить, как смотреть, как одеваться, как еще что-то. Все, что связано, все, что будет вызывать какой-то импульс души. Но душу ведь прокачивать не нужно. Она прокачанная. Это она меняет тела. Она настолько уже глубинная, она настолько уже большая, она настолько всепоглощающая, что ее где-то находить, где-то осознавать, где-то пробуждаться в эту душу. А надо ли это? Вы правда думаете, что кто-то из вас не пробужденный? Вы правда думаете, что кто-то из вас не познал каких-то глубинных моментов? А может быть, это то, что мы не знаем своего тела, своего аватара, своего скафандра? Можете назвать это как угодно. И вот этот скафандр – это тот, кто принимает или отдает определенные вибрации, определенные сигналы. И какой бы большой, какой бы глубинной ни была ваша душа, если ваш скафандр не предназначен для продолжения определенных волн, то он не пойдет туда, то он не примет это. И как раз, когда говорится, что душа это первично, возможно, первично, но не в материальном мире. В материальном мире первично все-таки, наверное, тело. Я могу душой знать все, что угодно. Я могу душой знать любой уголок, любое соприкосновение с другими планетами, с другими расами, с другими людьми. Но я не видела ни одного человека, видела нескольких человек, которые, с которыми, видимо, я об этом не говорила на тот момент. Но я не знаю себя, давайте начну с себя. Я не могу регулировать свое тело, чтобы оно не старело, чтобы оно не было все время в движении было. Можно такое слово сказать, да? Что оно не всегда в движении, что ему нужен отдых, как физически, так и психологически, что ему нужно еще что-то. И когда ему это нужно, где находится душа? Душа, что
об этом думает. Душа думать не может. Что происходит с моим телом, когда межклеточное пространство, в межклеточном пространстве это различные белки, да? Когда различные белки, они производят какой-то свой хаос. Где находится моя душа? Она об этом думает? Или это посылает мои нервные окончания, мои нейросети посылают определенный сигнал в межклеточное пространство? И из-за этого межклеточного пространства у многих людей возникает рак. Потому как он не может совладать с какими-то определенными моментами, которых он не понимает, он не может их вынести наружу. Он не может их вынести вот отсюда, с межклеточного пространства, просто в голову. А это все одно тело, это все один скафандр. Как этот один скафандр может тебе говорить о том, что ты все знаешь, что ты все есть, и в тот же момент обрубать тебя отовсюду, обрубать тебя от самого себя, не давая познавать, что ты есть не только в этом мире, но и в других мирах. То есть, представляете, этот скафандр тебя вот так чик, в этот мир. Но ты понимаешь, ты через регресс выходишь, например, в прошлой жизни и вспоминаешь, что было у тебя до этого скафандра. И это же твоя душа. Но твоя душа, придя сюда, она знает после этой галочки, что он будет делать дальше. Вне этого скафандра или с этим скафандром? С этим скафандром она может делать это то же самое дальше, если будет коннект. А что такое коннект скафандра с тобой? Насколько ты знаешь свой скафандр? Насколько ты знаешь свой аватар? Насколько ты понимаешь? То есть у нас привыкли такое, что психосоматика, да? Вот печень болит, это значит у тебя есть какая-то злость, вот почки это там неотдавание, что у тебя вот это. А если ты зайдешь немножечко глубже, если ты пойдешь, к примеру, по латеральной кости, а куда она заходит? А где у нее соприкосновение? Соприкосновение с грудиной, соприкосновение с позвоночной костью. Есть у нее эти соприкосновения? Как она идет? Какие кости задействуют, какие сухожилия? Какие сухожилия дают определенный сигнал в мышечную ткань? Какая мышечная ткань соприкасается друг с другом, чтобы давать определенную точку, на которую ты можешь нажать и уйти в определенное состояние вне тела? И это же наше тело. А много ли мы знаем об этом? Действительно ли мы знаем свое тело? Действительно ли мы знаем те точки, которые есть на нас? Или мы знаем те точки, когда нам говорят, вот эта вот точка, например, точка молодости, которая точка, вот эта точка, чтобы не было холки. Вот эта точка. Чтобы не было холки, вот эта точка. А что это значит? А попробуйте ее надавить. Это же больно. А что это значит? А что значит вот эта точка, чтобы не было холки? С одной стороны и с другой стороны. У кого с какой стороны болит? С правой или с левой? Почему это? Почему идет отдача? Принятие, непринятие. Что это за точка? Почему с правой или с левой стороны? Что вы принимаете, либо отдаете через эту точку?
почему вы горбитесь или распрямляетесь. С определенного состава, с определенного нажима, определенных сухожилий, определенных мышц, определенных точек. Назовите это как хотите. И после всего этого знаете, у меня было такое состояние, что я думаю, ну я как бы уже вот все знаю, я как бы я чувствую людей, я знаю, что у них происходит, я знаю какие-то состояния, которые влияют из внешнего мира на внутренний. Я вижу их душу, я вижу их цвет, я вижу их свет. И думаю, ну я уже все познала в этом мире, и я уже не боюсь смерти, я готова пойти в следующее я вне тела. И следующее я вне тела, оно прекрасно. И там ты уже понимаешь, что ты там уже бываешь. Ну тогда вопрос. Ведь я не одна такая, я же не одна такая мега света. Да нет, конечно. Ведь таких миллион людей. И почему тогда они, зная все это, зная все вот эти вот прекрасы, или не знаю, неважно, почему человек, почему душа вновь и вновь реинкарнируется в это физическое тело? И знаете, самое, когда ты хочешь что-то спрятать, ты это кладешь на самое видное место. И самое видное место у нас это наше тело. А что спрятано в нашем теле? Почему мы все время ищем душу? Почему мы все время ищем какие-то неопознанные моменты, которые связаны, не связаны с телом? А если в теле и есть тот ключ, ради которого мы реинкарнируемся постоянно, вновь и вновь? Может быть, не из-за каких-то моментов, не из-за опыта души, не из-за грани души, а именно из-за каких-то моментов, которые непосредственно находятся в нашем теле. Кто знает наше тело? Вот посмотрите, сколько ученых, сколько научных проектов. Базируются на теле человека. И ни один не сделал так, и никто не подтвердил, что вот это однозначно так. Тело, оно всегда, оно как вода. Оно всегда, вот вроде как бы здесь поймали, а тут немножечко вот сюда. И здесь немножечко поймали, и тут немножечко вот сюда. И это настолько не поддающийся момент науки, что науке непонятно, что нужно расследовать, душу или тело, потому что они не могут поймать ни то, ни другое. И возможно, невозможно поймать только тело, либо только душу. Возможно, это можно только совместить, как пазл, совмещая душу и тело, и только в этом тандеме постоянно рассматривать душу и тело, душу и тело. И именно куда я пошла учиться, это осознавать, что такое тело. Чтобы в том числе на ретритах, но только могу это, ну, либо в личных консультациях, либо на ретрите, либо в личном, в индивидуальном сопровождении вывести человека на регресс, чтобы поймать, что такое тело, куда оно тебя привело, чтобы прочувствовать, что говорит твоя душа через это тело. И тогда у тебя создается тандем. Когда ты можешь человека, видя здесь, ты можешь нажать на определенную точку,
чтобы он перестал скрывать то, что душа хочет показать через тело. Нажав на определенную точку то, что тело раскрывает, что есть душа. И неважно, в каком поколении. И не обязательно оно есть сейчас. Оно может быть через несколько поколений. Но ты это тянешь за собой. Тянешь постоянно, потому что думаешь, что, ну, наверное, это что-то мое. Ты даже не осознаешь, что это идет там от какого-то седьмого колена. И ты несешь это, облагораживая различными какими-то своими плюшками, что вот я вот это люблю, а я вот это люблю. Когда начинаешь копаться, а это вообще не я люблю. А это любил вообще прадед, потому как вот это и вот это. И когда ты освобождаешься от чужих «я любил», ты приходишь к себе, и твое тело начинает раскрываться под тебя. И когда твое тело начинает раскрываться под тебя, ты видишь, что в тебе уже нет ограничений. Поболтаем, Светочка, с удовольствием. Всем привет, ставим лайки, кому не жалко. Понятно. Вопросов больше нет. Ну что, ребят, если нет вопросов, то я тогда буду закругляться. А вы пишите под видео ваше мнение, ваше видение, ваше рассуждение. И всех благодарю.